Ну что, мы в Рославле остановились в гостинице. Называется «Фабрика». Здесь, короче, там, по-моему, развлекательные какие-то вещи. Боулинг, шмоулинг. Плюс есть гостиница. Вот. Сейчас заселимся. Сделаем обзорчик. Номер. Так что мы имеем шкафчик, холодильник, две кровати, санузел, я, мини-ванна, сушка, принадлежности небольшие, бумага. Вот такой вот номер. 3200 в сутки.